Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Гриб-зонтик – это поистине удивительное создание природы, которое своим видом напоминает миниатюрный парашют или изящный зонтик. Его шляпка, покрытая тонкими чешуйками, может достигать внушительных размеров, а ножка – быть длинной и стройной. Изящество форм и необычный окрас делают гриб-зонтик одним из самых красивых представителей грибного царства. Его шляпка может быть окрашена в различные оттенки коричневого, серого или белого цвета, а чешуйки, покрывающие ее поверхность, придают грибу уникальный рисунок. Но гриб-зонтик не только красив, но и вкусен. Этот гриб предпочитает расти на опушках лесов, полянах и лугах. Он часто встречается в смешанных и лиственных лесах. Его нежное мясо обладает приятным ореховым ароматом и используется для приготовления различных блюд. Однако, собирая грибы-зонтики, следует быть очень внимательным, так как у них есть ядовитые двойники –